Наблюдатель, находящийся на расстоянии 2,2 километра от источника звука, услышал звук, пришедший по воздуху. На 5 секунд позднее звука от того же источника, пришедшего по воде. Определите по этим данным скорость звука в воде, если скорость звука в воздухе 340 метров в секунду. Для начала запишем наши условия. Путь S равняется 2,2 километра. Переведем систему C в метры. Это 2,2 на 10 в третий метра. Дельта T равняется 5 секунд. Скорость звука в воздухе равняется 340 метров в секунду. Найти скорость звука в воде. Напишем формулу пути. Путь S равняется скорость V умножить на время T. Эту формулу нужно знать. Путь S равняется скорость в воздухе умножить на время T воздуха. Также путь S равняется скорость в воде умножить на время движения в воде. Выразим отсюда время движения в воздухе и время движения в воде. Тогда из первого случая, что время движения в воздухе будет равняться путь S, деленное на скорость в воздухе. Во втором случае время T в воде будет равняться путь S, деленное на скорость в воде. Дельта T – это разница времен. Она будет равняться время в воздухе минус время в воде, так как скорость распространения звука в воде быстрее, чем в воздухе. Подставим наши времена в формулу дельта T. Тогда у нас получается дельта T равняется время в воздухе. Это S, деленное на скорость в воздухе, минус время в воде. Это S, деленное на скорость в воде. Преобразуем. Перенесем S, деленное на V воды, в одну сторону, а все остальное в другую. Тогда у нас получается S, деленное на V воды, равняется S, деленное на V воздуха, минус дельта T. Приведем к общему знаменателю. Для этого дельта T надо умножить на V воздуха. Тогда у нас получается S, деленное на V воды, равняется S минус дельта T умножить на скорость в воздухе. Знаменатель V в воздухе. Выразим отсюда V воды. Тогда у нас получается V воды равняется S умножить на скорость в воздухе. Знаменатель S минус дельта T умножить на скорость в воздухе. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Посчитав, получаем 1496 метров в секунду. Запишем ответ. Скорость звука в воде равняется 1496 метров в секунду. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.